Рекордные сборы урожая прошлого года являются доказательством реальности, гарантии продовольственной безопасности страны, считает Медведев. В свойственной себе манере, то ли продолжая тему сельского хозяйства и продовольственной безопасности, то ли говоря уже о проблеме импортозамещения, выступил сегодня с трибуны и лидер ЛДПР. Все закупаем за границей. Ну что это такое? Это же трата денег. Я понимаю, сложные машины, какие-то редкие лекарства. Или вот это вот, груши. Ну хорошо, допустим, где-то они созревают, и у нас не хватает своего урожая. Но, Дмитрий Анатольевич, опасная концентрация нитратов. Всю страну травят. Польша, Аргентина, Турция, Бельгия, Нидерланды. Это что, Россельхознадзор не может остановить? Ну заставьте чиновников, которые партия товаров идет в страну, взять нитратометр, проверить. Я проверил в Думе, думал, может быть, здесь тоже? Нет, все хорошо оказалось. Именно груши. Я покупаю все, что можно, все более или менее. Но как грушам подходит, я прошу всех граждан России, по всем магазинам ходите с нитратометром. Вот, опасная концентрация, то есть каждый день вы кушаете то, что наносит вред. Прежде всего хочу доложить о проведенном эксперименте. Тестер этот работает. Мы должны самым внимательным образом относиться к тем продуктам, которые попадают к нам на столы.